Здравствуй, дорогой юный друг. И сегодня совершенно неинтересное видео, но я снимаю жизнь, я художник. И поэтому, смотри, какой он дутый. Сегодня мы будем с тобой такой видос. Ни о чем. У нас есть аккумуляторы. Я их... Вот их сколько. Пролет на вертолете. 4 вольта. 10 вольт. Тоже 10 вольт. Эти, походу, ку-ку. Заправлял их дистиллированной водой. Все без толку. Все эти советы из интернета говно. Вот таким шприцом. Ничего особенного. Тут у меня есть Шурик. Кореш. И... Ой. Старость. И я что покажу. Такой интересный лайфхак. У него два аккумулятора. И сюда я вставлял бошевские аккумуляторы. Он почему-то не работает. Не знаю. Может, в аккумуляторах сделал. Здесь 18 вольт. И мне удалось зарядить. Он еще пашет. Шурик ДВТ. Это такой древнегреческий. Постоянные подписчики его видели в волкостриме. Здесь, значит, проблема в том, что он не держит заряд. Ну, хотя последний раз я его заряжал этим 18-вольтный. Все-таки что-то там жужжит. Не знаю. Я этим уродцем в свое время сверлил бетонные стены, между прочим. Это простой шуруповерт. Как простым шуруповертом сверлить бетон? Да, ну просто чтобы туда запихнуть дюбель и саморез ставить, грубо говоря. Ну, если есть желание, я покажу. Просто мне ради этого придется конкретно заморочиться. Вот, а так неохота, знаешь, ради 5,5 просмотров заморачиваться. Короче говоря, что у нас здесь? С этими это и как он? Источник бесперебойного питания. Упс. Я с ними мало знаком, вообще не знаком, к слову. Один вот так включается, тут горит красненькое, второго не горит красненькое. Здесь такая плата гнутая, почему-то я их отключил. Тяжелые. И эта серия, видимо, ну, APC, очень-очень старая. American Power Conversion. Интересно. Тут есть тест, тут вкл-выкл. И здесь всякие настройки. Что с ними делать, понятия не имею. Интересно еще, вот для чего вот эта вот фигня. Metal the Европа, что ли. И сюда вот я ставлю, вода спить проводки. И вот этими аккумуляторами. И эти аккумуляторы я заряжал. В общем, из 4 аккумуляторов, которые мне удалось добыть, ну то есть 2 стояли в них, они мне бесплатно достались, и один еще на халяву зацепил. Вот, видимо, вот этот вот один нормальный. Выдает он 13 вольт. И смотри, какая фишка. К сожалению, одной рукой не знаю, как это показать. Пробуем. Может пригодится кому. Короче говоря, такой типа лайфхак. Если аккумулятор долго заряжать или уже не работает у шуруповерта, то можно вот так вот вставить тупо. И он будет работать, но только если у тебя есть 2 руки. Ему пофиг. Ему пофиг. И, кстати, сюда, к этому, он как бы 13 вольт, я думаю, можно использовать в качестве пауэрбанка такого такого крутого пауэрбанка. Газетку положу, чтобы не мешалось.
готового пауэрбанка и всякие штуки, которые, ну, обычно, да, то, что заряжается от компа, имеют 12 вольт. Вот у меня, например, есть усилитель для микрофона, он работает от, ну, он с Алика купленный, он работает от USB. И что мне не нравится, у него нету выключателя, его нельзя выключить. И, а мне он нужен, типа, ну, чтобы он выключался. И я подумал, что от Powerbank он не работает, потому что Powerbank, он срабатывает, там своя система, он срабатывает, когда что-то заряжается, что-то потребляет энергию. А усилитель для микрофона, он энергию вроде как не потребляет. И Powerbank его, в общем, не, ну, то есть сколько-то секунд дает ему ток, а потом отключается, то есть перестает ему подавать энергию. Такая фигня. Вот. А тут как бы аккумулятор, и я думал, что кроны покупать или покупать дорогостоящую батарейку типа кроны, которую можно заряжать, да? Нафиг все это надо? Просто нужно отрезать у него провод питания у усилителя для микрофона и подключить вот сюда. Потом посмотрим. Но не буду так заморачиваться сильно. Здесь у нас что? Здесь у нас показывает. Я ни хрена в этом не разбираюсь, если честно. Так что не ругайся. Одной рукой. Ай, блин, как же тебя поймать. Так, пока вот практически 13 вольт. Вот такая вот хрень. Здесь, кстати, вот родной аккумулятор, да? Егойный. Так. Ну, ты нехрест, это псина. О, что показывает? Вообще 17. Здесь джек на этом аккумуляторе, который не работает, показывает зачем-то 12. Я ничего не понимаю. Он вообще на нем не включается. На этом включается, но в работе не по, не юзал. Надо просто, нужен будет какую-нибудь полку прикрутить. На этом все. Тогда его проверю. И по ИБП не знаю. Они очень старые. Я не знаю, как он должен работать. Вот когда он подключен, он показывает, что дает ток, да? Сейчас он ни хрена не дает ток. Ну, он и не должен. У него аккумулятор, если я подключу. То есть, когда я включаю тест, да, или выключаю питание, включаю-выключаю питание, так там на секунду, и подключаю сюда, допустим, лампу, лампа моргает. То есть, компьютер его подключать смысла нет. Я бы его оставил для компа. Если бы он мог держать на этом аккумуляторе, ну хотя бы, ну не знаю, ну хотя бы полсекунды. Потому что у меня очень часто в квартире происходит такое короткое замыкание, или как это сказать. В общем, выключают свет буквально на сколько-то, ну полсекунды. Включили-выключили. Но за это время компьютер вырубается и начинает включаться по новому. Очень хреново, особенно когда ты в этот момент, допустим, что-то пишешь в Word или в Premiere или в Photoshop что-то делаешь, у тебя не сохраненное. Представляешь, это убийство, это все сразу уничтожено. И если бы эта херня могла хотя бы там, не знаю, на секундочку удержать заряд, да, ну 220 удержать, то мне бы эта штука очень бы пригодилась. Но видел на Авито что-то подобное, более новое. Чувак писал, что
рабочая за 500 рублей. Так что буду чуть богаче, то есть будут деньги свободные. Может быть, на Авито просто такую куплю в рабочем состоянии. А это говно, ну, на металлолом или посоветую. Ну, если с этим получится, то и ставлю как зарядное для вот этого аккумулятора, короче говоря. Или на металлолом, не знаю. И не знаю, куда сдать еще ненужные аккумуляторы. На этом все. Слушайся маму, манную кашу не ешь, она полнит. А все остальное, все твои желания, они осуществимы. Давай, пока.